Ты сказал, что не ты причина всего этого. После всего, что мы сделали, но боюсь, теперь мы все в опасности. Кто послал тебя сюда? Сколько еще моих братьев должно пожертвовать собой? Это не война. Это истребление. Ты сказал, это не твоя вина. Так давай проверим, кто лучше умеет убивать. Ты или я? Нам нужна новая армия. Это величайшее достижение современной физики со времен расщепления атома. Редкоземельный металл. Молекулярно нестабильный. Они сделаны из него. Надвигается нечто, что мне не подвластно.